Каждую неделю, вот уже месяц, у 20 тысяч жителей края регистрируют острую респираторную инфекцию, или, проще говоря, ОРВИ. Врачи уверяют, это среднегодовой показатель для региона в осенний период. Самые загруженные для поликлиник дни сейчас уже позади, но новый наплыв пациентов, скорее всего, неизбежен. Его ожидают во второй половине ноября. Зачастую вирусные инфекции сейчас сломяются именно гайморитами, заболеваниями лор-органофатитами, гайморитами. В эту сторону уходит пневмония, здесь в меньшей доли. А вот с гриппом история интереснее. Его пик обычно приходится на зимний период, поэтому сейчас население активно вакцинируют. И в этом году спрос превышает предложение. Первая партия уже на исходе, второй пока нет. Хотя ожидается вакцины, количество рассчитано на 60% населения. То есть достаточное количество абсолютно. Сегодня-завтра мы ждем очередную партию вакцины, которая придет больше 300 тысяч доз. Поэтому документы мы уже согласовали с руководством Минздрава по распределению. У нас разнарядки готовы. Среди причин повышенного спроса на вакцину от гриппа специалисты отмечают широкое информирование населения и послековидную боязнь вирусов. Ту же корону по сравнению с прошлым годом в Алтайском крае регистрируют примерно в 20 раз реже, выявляя около 15 случаев в день. Но на днях в Сибири, в Красноярском крае, обнаружили новый штамм коронавируса – Эрис. А за рубежом, в частности в Европе и Америке, гуляет еще один – Пиролла. По сути, говорят специалисты, это подвиды омикрона. Они более заразны, но протекают легче. Поэтому медики предполагают, что вскоре ковид приравняют к сезонным заболеваниям. Сейчас придет, так скажем, середина осени, зима, весна, следующее лето, и вот тогда будет видно, как протекает заболеваемость и насколько история с новой коронавирусной инфекцией идет параллельно с тем, что мы называем традиционным подъемом ОРВИ и гриппом. Оба новых штамма COVID-19, отмечают инфекционисты, рано или поздно появятся и в нашем регионе. Но ни их, ни других вирусов бояться не стоит. Самым эффективным способом противостоять им будет укрепление иммунитета разными способами, в том числе для кого-то и прививкой. Как сказали медики, сейчас в России разрабатывают улучшенную вакцину от коронавируса. Ее создают, учитывая новые мутации. По предположениям врачей, появиться она должна к моменту, когда заболевание уже признают сезонным. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.